Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 331 упражнение. Прочитаем задание. Прочитайте словосочетание, в каких многозначных словах общим лексических значениях является форма предмета и характер действия. Итак, давайте с вами выполним это задание. Форма предмета является общим в словах. Шляпка гриба – соломенная шляпка. Гребень горы – гребень петуха. А характер действия является общим в словах «барабанить в барабан», «барабанить в дверь», «варить сталь», «варить обед». На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.